правительстве региона нашли дополнительные деньги на поддержку сельхозпроизводителей. Область компенсирует аграриям уплату процентов по краткосрочным кредитам. В предоставленном проекте общий объем финансирования государственной программы увеличился на 22 десятых миллиона, в том числе по мероприятиям, исполнителем которых является Министерство сельского хозяйства, увеличение на 6,5 миллионов рублей, по промветинарии на 13,7 миллионов.